Нострадамус назвал 5 знаков зодиака, которые получат миллион в июле 2024 года. Добро пожаловать в мир мистических тайн и звездных предсказаний, где история и будущее переплетаются в одно целое под взором звезд. Сегодня мы раскроем удивительные пророчества великого Нострадамуса, который заглянул в будущее и увидел нечто невероятное для 5 знаков зодиака в июле 2024 года. По его словам, эти избранные знаки получат миллион. Присоединяйтесь к нам в этом увлекательном видео, где мы не только узнаем, кто эти счастливчики, но и попытаемся разгадать, как именно космические силы расположатся для такого поразительного поворота событий. Не забудьте подписаться на наш канал и активировать уведомления, чтобы не пропустить ни одного момента нашего захватывающего путешествия в мир астрологии и пророчеств. Готовы ли вы узнать, может ли ваш знак быть одним из тех, кто изменит свою жизнь к лучшему в одно мгновение? Откройте для себя тайны, скрытые за символами и звездами, и узнайте, как использовать эту информацию для своего благополучия. Вперед, в магическое путешествие с Нострадамусом и миллионом долларов в ожидании. Первый знак Телец. В летнем месяце 2024 года, под влиянием древних звезд и небесных конфигураций, тельцы станут свидетелями событий, которые окажутся историческими в их жизни. Согласно загадочным предсказаниям Нострадамуса, тельцам предначертано получить огромное богатство. Этот мудрец, заглядывающий в ткань времени, видел именно этот знак зодиака как символ неожиданного процветания и финансового изобилия. Июль 2024 года для тельцов будет месяцем, когда их трудолюбие и упорство, так долго направлявшие их жизненный путь, приведут к заслуженной награде. В этот период, по предсказаниям великого прорицателя, они могут ожидать внезапных финансовых поступлений, возможно, в виде наследства, выигрыша или крупной прибыльной сделки. Это богатство даст тельцам новую свободу и возможности для реализации их давних желаний. Они смогут инвестировать в свое будущее, будь то приобретение дома мечты, поддержка благотворительных проектов или открытие нового бизнеса. Телец, который всегда ценил устойчивость и безопасность, обретет их в еще большей мере, что позволит ему гармонично развиваться и раскрывать свои потенциалы. Кроме того, этот неожиданный приток финансов позволит тельцам помогать близким, обеспечивая комфорт и благополучие своей семьи и друзей, что всегда было для них приоритетом. Богатство, по предсказанию Нострадамуса, не только укрепит их материальное положение, но и расширит их взгляды на мир и усилит их влияние на общество. Так, под знаком Тельца, июль 2024 года станет временем, когда мечты превратятся в реальность, а долгие годы упорства и терпения окажутся щедро вознаграждены. В этом магическом месяце тельцы почувствуют, что небеса действительно благосклонны к ним, подтверждая старинные предсказания Нострадамуса, записанные им на страницах Вечности. Второй знак Близнецы. Июль 2024 года станет знаменательным месяцем для близнецов, знака, окутанного веянием перемен и двойственности. Согласно древним текстам Нострадамуса, именно в этот период близнецы встретятся лицом к лицу с неожиданным валом богатства, который окажет глубокое влияние на их жизненный путь. Мудрый Нострадамус видел, как звезды сходятся в уникальную конфигурацию, предвещая близнецам финансовое изобилие. Это богатство может прийти в самых разных формах, от внезапного наследства до разблокировки значительных инвестиционных прибылей, которые были забыты или утеряны. Возможно, близнецы обнаружат старую идею или проект, который внезапно обретет популярность и принесет невероятные дивиденды. Это богатство предоставит близнецам возможность переосмыслить свои текущие начинания и стратегически направить свои ресурсы на укрепление их будущего. С их естественной склонностью к адаптации и инновациям, близнецы смогут использовать этот капитал для исследования новых горизонтов, будь то запуск собственного бизнеса, инвестирование в передовые технологии или поддержка общественных и культурных инициатив. Кроме того, огромное богатство позволит близнецам осуществить давние мечты о путешествиях и приключениях, расширяя их взгляды и способствуя личному росту. Они смогут изучить далекие уголки мира, погружаясь в новые культуры и обогащая свой внутренний мир. Нострадамус утверждал, что эти события не просто случайность, но предназначение, записанное в звездах для близнецов.
Июль 2024 года обещает стать переломным, когда близнецы, благодаря своей проницательности и адаптивности, смогут в полной мере раскрыть и использовать подарки судьбы, обеспечив себе процветание и благополучие на долгие годы. Третий знак Водолей. Июль 2024 года знаменует собой особенный момент в жизни всех водолеев, знака зодиака, известного своей независимостью, инновационным мышлением и гуманистическими идеалами. По предсказаниям Нострадамуса, этот период принесет водолеям огромное богатство, которое не только улучшит их материальное положение, но и предоставит новые возможности для дальнейшего развития и реализации их амбициозных проектов. Согласно текстам великого прорицателя, водолеи обретут источники богатства, которые будут так же необычны, как и они сами. Это может быть революционное открытие, которое они возглавят, или крупное наследство от кого-то, кто восхищался их долгосрочным вкладом в общественное благо. Также возможно, что водолеи получат значительные дивиденды от своих прошлых инвестиций в стартапы или технологические разработки, предвидя их потенциал задолго до массового признания. Это богатство позволит водолеям претворить в жизнь их идеалы свободы и инноваций. Они смогут инвестировать в научные исследования, образовательные проекты и экологические инициативы, стремясь улучшить будущее не только для себя, но и для общества в целом. Водолеи смогут также поддержать международные гуманитарные программы, которые отражают их желание видеть мир более справедливым и равноправным. Кроме того, этот неожиданный приток финансов даст водолеям свободу от традиционных обязательств и возможность жить в полном соответствии со своими уникальными убеждениями и ценностями. Будь то путешествие по миру, создание инновационных проектов или жизнь в экологически чистом сообществе, водолеи смогут использовать свои новые ресурсы для расширения своих горизонтов и реализации личных устремлений. Итак, июль 2024 года обещает стать вехой в жизни водолеев, когда благосклонность звезд и древние предсказания Нострадамуса сойдутся, чтобы открыть перед ними двери в новый мир возможностей и процветания. Четвертый знак Рак. В июле 2024 года, когда Луна в своей полноте озарит ночное небо, раки ощутят прикосновение судьбы, предсказанное великим Нострадамусом. Этот месяц станет периодом неожиданного и огромного богатства для тех, кто родился под знаком Рака, символом чувствительности и глубоких эмоций. Нострадамус, чей взор проникал сквозь века, увидел, что раки столкнутся с событиями, которые радикально изменят их финансовое состояние. Богатство может прийти в форме неожиданного наследства от дальнего родственника или как внезапный всплеск успеха в личном бизнесе, который был заложен на их уникальной способности чувствовать потребности других. Эти новообретенные ресурсы позволят ракам осуществить их давние мечты. Их природная преданность дому и семье найдет выражение в создании уютного и безопасного пространства, где они и их близкие смогут чувствовать себя защищенно и комфортно. Раки могут также использовать эти средства для поддержки или расширения семейного бизнеса, укрепляя фундамент для будущих поколений. Кроме того, изобилие даст ракам возможность выразить свою естественную склонность к заботе о других через благотворительность или социальные проекты. Они могут стать покровителями искусств или поддержать медицинские исследования, что будет соответствовать их глубоким эмоциональным стремлениям делать мир лучше. Таким образом, июль 2024 года вырисовывается как время, когда звезды и судьба объединятся, чтобы предоставить ракам шанс на преобразование своей жизни. Под влиянием этих мощных космических сил раки смогут не только обрести финансовое благополучие, но и глубже осознать, как велика их роль в жизни тех, кого они любят. Пятый знак Рыбы. Июль 2024 года ознаменуется космическим событием, предсказанным великим Нострадамусом, особенно для знака зодиака Рыбы. Этот период станет временем, когда глубоко чувствующие и интуитивно понимающие рыбы обретут огромное богатство, о котором говорилось в древних пророчествах. Нострадамус утверждал, что этот знак испытает внезапный приток процветания через серию неожиданных событий, которые могут включать крупные наследства, значительные инвестиционные прибыли или даже необычные находки, которые окажутся чрезвычайно ценными.
Эти рыбы, известные своими творческими способностями и глубоким сочувствием, обнаружат, что их давние мечты и амбиции, которые казались недостижимыми, внезапно становятся реальностью. С новыми ресурсами рыбы получат уникальную возможность влиять на мир вокруг себя. Они могут решить использовать свое богатство для поддержки благотворительных организаций, финансирования искусственных проектов или помощи общинам в нужде, тем самым распространяя свое влияние далеко за пределы личных интересов. Кроме того, этот период станет временем личного преобразования для рыб. Изобилие даст им свободу изучать новые горизонты, возможно, путешествовать в экзотические страны или обучаться в областях, которые всегда привлекали их интерес. Вооруженные новыми знаниями и финансовой независимостью, они смогут глубже погрузиться в изучение самых тайных уголков человеческой души и мира природы. Так, благодаря пророчеству Нострадамуса, рыбы встретят июль 2024 года как месяц, полный не только материального изобилия, но и глубокого духовного обогащения. Это время станет для них периодом, когда можно будет не только мечтать о большем, но и активно творить свою собственную судьбу.